Пинске вводят в эксплуатацию первые два социальные дома, построенные на средства технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. С этой целью в наш город приехали представители китайской фирмы генподрядчика «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». Партнеров ознакомили с положительными заключениями госорганов о готовности дома к приемке. Сегодня вот я посмотрел, на самом деле, с самого начала до конца мы осуществляли контроли за строительством, за качеством, за сроки. Благодаря вот нашему заказчику и нашему надежному партнеру «Пресс-строй», мы, кажется, выполнили неплохо нашу задачу. И сегодня мы очень рады, что мы примем, сдадим объекты в эксплуатацию. И мы все очень рады, что все так качественно строили. И мы не только выполнили нашу коммерческую задачу, мы и выполнили, могу сказать, что политическую задачу между двумя странами, которые поставили главы государств Республики Беларусь и Китая. В нашей области за счет китайской помощи в текущем году будет заселено 4 80-квартирных жилых дома, которые относятся к категории социальных. Два из них построены в Бресте и два в Пинске. Два дома в Пинске, два дома в Бресте. Это первый этап технико-экономической помощи Китайской Народной Республики, Республики Беларусь на основании подписанного межправительственного соглашения. Поэтому вот с вводом этих домов мы завершаем первый этап. Сегодня генподрядчиком по строительству этих домов выступала Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация. На субподряде у них работало наше предприятие Брестское, Брест-Жилстрой. Качеством домов удовлетворены, довольны. То, что сегодня в Пинске и в Бресте получат по 160 квартир, это будет, конечно, хорошая такая поддержка вот именно тем социальным, будем говорить, группам граждан, которые сегодня претендуют на это жилье. На домах разместили и памятные таблички в граните размером 80 на 80 сантиметров на русском и китайском языке с китайской восьмеркой, знаком бесконечности. Они подтверждают, что строительство выполнено на средства технико-экономической помощи КНР. Такие таблички будут вывешены на всех домах, построенных в рамках этого социального проекта. Официальная сдача домов в Пинске намечена на 5 мая.